Всем привет! Играем Эфорс без доната. Подходит месяц к концу. Я думаю, пора подводить небольшие итоги по лагерям. Вот у меня тут в двух лагерях варятся герои. В одном 14, в другом 15. Мест у меня как раз 14, да? Ну, в принципе, должны быстро зайти. Да, немного я покормлю. Ну чё, таить, в принципе, томить. В принципе, что нужно, так это мне в основном Афродита. Плюс, я надеюсь, какой-нибудь красный топчик мне упадет. В смысле, топчик. Шотер. Мне нужен Асура конкретно. Ну, либо другой шотер. Но красных вообще пятизвездочных нет. Ладно, погнали. Чё сегодня будет? Так. Фула, тройки. Пока летят тройки, четверка. И лапа. Агамемнон. Так, поэтому ничего, в принципе, хорошего. Давайте быстренько я троек скормлю. Фулочки. Пойдут сюда. Да. По синим. Начал качать ГМчика как раз. И вот сейчас я вкачивал. Кого? Вкачивал Мулан. Как раз готовлю к драконоборцу. Там, по-моему, синий. Не, не синий, зеленый отражатель. Нужны красные. Так, кто там еще? Нет, фиолетовых нет. Гвиневрочку потихоньку подтягиваю. Да. Ну и наконец-то дошли руки до клато. В принципе, пригодится такой диспеллер, да? Хиллер-диспеллер. Так, теперь стало мест 10, так что будем в два захода. Второй обрабатывать. Тройки, тройки, тройки. Атропос. Ну, один из таких. Не самых лучших пятерок. Я ее даже у соперника никогда не боюсь. Ну, рассеивает положительные эффекты у врагов, там у трех. Ну так, такое. Плюс оборона от защиты от света, но скорее в атакующий тапок. Ладно. Фиолетовый какой-никакой дали. Танатос. Так, десяточку собираем. Так, кто там? Профессора Николая скармливаем сразу. Мне нужно скормить пятерых, насколько я понял. Ну, а тропы сдали, скорее всего, больше никого не дадут. Вот. Ну, средняя она. В принципе, в тапок какой-нибудь зайдет атакующий. Так, немножко долго соображаю, пока говорю. Давайте еще 5 героев. Тройка, тройка. Ну, Гефест. Буду уже соображать, кого на эволюцию и куда пихать. Забираем. Вот такой вот был у меня сегодня ноябрьский сбор по лагерям. В общем, играйте без доната. Всем удачи. Пока.